Привет всем! Сегодня я предлагаю вам пройти один весьма интригующий тест. Вам нужно посмотреть на картинку и выбрать место, где бы вы хотели оказаться в данный момент. Узнайте прямо сейчас, чего вам не хватает в жизни. Поверьте, этот тест может рассказать куда больше, чем кажется. Итак, начнем. Один. Скамейка в саду. Вам необходимо общение, разговоры. Не просто пара слов, а долгие разговоры, задушевные беседы. Найдите время для давнего друга, попросите его освободить время для вас. Чтобы вы могли проговорить хоть до утра, болтать обо всем на свете, о прошлом, настоящем, будущем. 2. Тропа в лесу. Вы нуждаетесь в обновлении, изменении. Скорее всего, не кардинальном. Основа вашей жизни вас устраивает. Но какие-то, хотя бы внешние, изменения и улучшения необходимы. Может, вам стоит изменить прическу, стиль одежды? Или переставить мебель в квартире? Обучение новой профессии. Расширение сферы деятельности. 3. Кофе с красивым видом. Вам нужно как-то освежить чувства, придать вкус жизни. Она стала слишком пресной. Поможет путешествие в другую страну или город. Может быть, стоит попробовать что-то необычное для вас, верховую езду, пейнтбол, прыжок с парашютом. Но глупого риска не допускайте. 4. Домик в горах. Вам нужна простая мирная жизнь. Вы очень устали. В идеале, уехать в глушь, где нет людей. Топить печку, растить урожай, корову завести или хотя бы козу. Слушать по вечерам звенящий стрекот цикад. Засыпать под шум дождя, капель, мягко шуршащих на крыше и в листве деревьев. Просыпаться от запаха сирени и пения птиц. 5. Озеро. Вам нужна свобода. Вы задыхаетесь в той жизни, в которой сейчас живете. Почувствуйте себя ветром, позвольте себе не думать о последствиях. Срывайтесь и летите туда, куда зовет вас сердце. 6. Уютный дворик. Вам нужна нормальная жизнь. Самая обыкновенная, без взлетов и падений, без крайностей. Попробуйте упорядочить хоть что-то. Установите определенный режим и придерживайтесь его. Распланируйте свои дни. Что-то должно быть неизменным. Зарядка, время обеду, прогулка перед сном. 7. Маяк. Вам нужна мечта, какая-то надежда. Что-то, чего можно было бы ждать, к чему идти. Мечта реальная, имеющая шансы на воплощение. Но в то же время большая, не слишком доступная, которую невозможно реализовать уже завтра. Вам нужна дорога к мечте из труда, опыта, терпения и выносливости. 8. Терраса у воды. Вам необходим отпуск. В таком месте, где много солнца и никаких забот. Сгорать до черноты не обязательно. Вам нужно пропитаться солнцем, насытиться его живительным теплым. Вернувшись, вы ощутите, что энергия бьет через край. Как видите, этот тест рассказал куда больше, чем можно было представить.
помните, что каждый ваш выбор что-нибудь да значит. Всегда думайте, прежде чем что-нибудь сделать. Ну что, вы согласны со своим результатом? Поделитесь этим видео с друзьями. А также подписывайся и ставь лукас вверх. Всем спасибо, до новых встреч, мои хорошие.